Сегодня квартира в Кундо очень заинтересовала меня лично. 395 тысяч лир эта квартира. Почему? Во-первых, 63 квадратных метра, большая, объемная. Вся мебель, которая здесь есть, она остается. Она новая и квартира новая. Никто здесь не жил. С видом на горы и кусочек моря есть. До моря здесь 800-850 метров до самого пляжа. Что остается? Вот эта вся техника, она новая. Никто ее не использовал. Стиральная машинка, духовой шкаф, газ. И посудомоечная техника. Это все, да, и вытяжка. Это все здесь остается. Телевизор, столы. Это раскладывается. Самое интересное, что в каждой комнате есть кондиционеры. Они инверторные. И это очень-очень важно. Это все тоже входит уже в цену. 395 тысяч лир. Вот эта квартира. На втором этаже, который мы видели, там 375, но там нету мебели. Поэтому выбор за вами. Есть бассейн, парковка, охрана, большая территория. И это очень спокойный район. Я здесь жил, недалеко отсюда, метров 400-500 была у меня квартира, я потом чуть переехал. Сам район мне очень нравится. Это район Кунду, это Влари, один из самых спокойных районов и недалеко от моря. В общем, вот такая вот квартирка. Присмотритесь, кому-то понадобится, звоните. Я всегда подберу и найду вам такую квартиру. Всем крепкого здоровья. Анталия — это тот город, как раз где его можно восстановить. И вот одна из квартир, которая мне тоже сегодня понравилась, это 1+1, новая. Вся мебель остается, квартира находится на южной стороне. Что интересно, что тут вот свое бахче, оно принадлежит будет этой квартире. Айдар здесь всего лишь на все 50 лир, до моря 850 метров. Квартирка, повторяюсь, новая, на южной стороне, это очень тоже важно. И цена всего лишь на все 400 тысяч лир.
Поэтому, ну, естественно, надо приезжать, торговаться с ребятами. Где-то от 5 до 10% люди скидку делают. В каждом случае индивидуально. Вот в этой квартире, я думаю, что надо садиться и разговаривать. А так все остается. Все инверторные кондиционеры, вся эта техника, большой огромный телевизор. В общем, себе приходи, открывай квартиру, раскладывай свои вещи и начинай жить. Это Анталия. Всем крепкого здоровья. До встречи в этом городе. Снова недвижка, поехали. Фенерма Халесе, это Лара. До моря минут 5 идти. Это известное место. Террасити тоже минут 5. Что есть? 4 плюс 1, 3 санузла, 235 квадратных метров общей площади. Здание находится на территории 6000 метров. Это большая, огромная территория, что очень важно. Здесь есть закрытая парковка подземная, есть бассейн, есть футбольно-баскетбольная площадка, место для пикников, специальная зона. Айда, здесь 450 вверх, газ уже пришел прямо до дверей этого дома. Цена квартиры 3,5 миллиона на 6 этаже. Этому дому больше 15 лет, но квартира объемная, большая, светлая. Все стороны света здесь видны, поэтому я думаю, что квартира будет говорить сама за себя. Тут нужно приложить немножечко сил, сделать, так скажем, небольшой ремонт. Здесь можно за, так скажем, конечно же, это не маленькие деньги, но в сравнении с другими, я могу сказать, что это стоящее предложение, которое можно рассмотреть, потому что в Анталии цены растут, а эта цена соответствует этой квартире. До встречи здесь, в Ларе.
Есть у нас квартира, прямо находится она рядом с Кара-Сити. Сразу говорю, все новое, кондиционеры, все это остается, окна обрешочены. Это все сделано только что, ремонт дома 12 лет. Здесь можно тоже поставить кондиционер. Комната эта небольшая, это, конечно же, побольше. Полноценный коридор, уже сделаны все шкафы входные при входе. Это тоже большой объемный шкафчик, туда можно поставить стиральную машиночку. Очень интересная тут ванна, потому что вот такой вот проход, да, метра вот, ну, наверное, метра полтора. То есть не придется тут тесниться, можно даже два человека. И, конечно же, зал. Здесь все эти шкафы сделаны из хороших качественных материалов. Есть кондиционер. Здесь поставлен столик, кухня. И вот это кухня Франке с вытяжкой сразу. Все это новое. И, конечно же, вот это бахче. Это самая изюминка этого дома, первый этаж. Уже вы думаете, ничего не надо, вот оно само, бахче. И, конечно же, до Кара-Сити отсюда на метров 200-300. За ним 5 минут и набережная. Вот такая квартирочка. И всего-навсего она стоит 700 тысяч турецких лир. Поэтому, кому интересно, обращайтесь. Вот он, дворик сам. Небольшой, но очень уютный. И, конечно же, выход на улицу. Такой вид на улицу. Здесь есть магазин 101, там есть школа, вот оттуда метров 200 школа, школа, которая за Кара-Сити находится, государственная, и, конечно же, частные школы тоже тут присутствуют.